12 мая медсестры всего мира отмечают свой профессиональный праздник, которому уже более 100 лет. В связи с этим 13 мая 5 медицинских сестер сняли белые халаты и вышли на сцену ГДК, чтобы побороться за звание «Мисс Медсестра 2019». Даем дамам, даем нашим медсестрам отдохнуть от работы, почувствовать себя настоящей леди, пройти в дефиле, проявить себя в творчестве, проявить себя творчески, вне операционной либо перевязочной, а просто на сцене почувствовать себя настоящей женщиной в день медицинской сестры. Мы стараемся отойти от, скажем так, профессиональных каких-то навыков, а просто оценить медицинскую сестру просто как женщину, как девушку. Решила принять участие, потому что настоял мой коллектив, сказали, ты можешь, ты этого достойна. Я думаю, можно их обрадовать, попробовать хотя бы себя в чем-то новом. Мы выступаем под эгидой здоровой красоты, любви к своему телу, естественности и любви к всему живому. Конкурс начался с дефиле. Девушки продемонстрировали свою грациозность, элегантность и умение держаться на сцене. Жюри и зрители познакомились с красавицами в белых халатах на конкурсе «Визитка». Девушки рассказали о себе и своей работе. Не обошлось и без смекалки. На работе я две смены выстою, с ветерком носившись по палатам. Жалко получить хотя бы мысленно от английских дворников зарплату. После визитки девушкам предстояло увлекательно рассказать о здоровом образе жизни. В этом им помогло чувство юмора. Дорогие мои, сразу же завтрак съешь сам, обед разделись другом, а ужин отдай врагу. А мы живем так, как будто бы у нас ни друзей, ни врагов. Не обошлось и без творческого номера, в котором участницы продемонстрировали свои таланты. На конкурсе «Мисс Медсестра 2019» и болельщики не оставались в стороне. Они всячески поддерживали своих любимец речевками и бурными аплодисментами, за что были отмечены жюри. Перед тем, как в зале будут озвучены итоги конкурса, награждение лучших медсестер города, а также завершающее дефиле участниц. А теперь самое интересное. Титул «Мисс Медсестра 2019» достался Юлии Колесникович из Центральной поликлиники. Марина Миркевич стала мисс зрительских симпатий, мисс артистичность Инна Кривецкая. Валерию Аполлонову жюри отметила как мисс элегантность и мисс талант стала Наталья Акулич.